Рецепт приготовления щучьей икры с репчатым луком и растительным маслом. Икра из щуки – старорусский деликатес, который подавался к царскому столу. Щучья икра в те времена была дорогостоящим лакомством и ценилась больше черной икры. Сегодня икру щуки засаливают и пастеризуют. Правильно засоленная щучья икра становится рассыпчатой, приятного янтарного цвета. Подавать икру принято в специальной икорнице с серебряной ложечкой. Именно серебро не мешает почувствовать истинный вкус икры. Икра щуки содержит около 30% легкоусвояемого белка, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины А, Е, Д и витамины группы В, лецитин, содержащийся в икре, улучшает деятельность нервной системы. Щучья икра, как и другие рыбопродукты, является прекрасным афродизиаком. В икре щуки нет углеводов и высоко насыщенных плохих жиров. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Икры щуки, 50 грамм. Репчатого лука, 20 грамм. Растительного масла, 10 грамм. Уксус, по вкусу. Перец, по вкусу. Соль, по вкусу. Количество порций, 1. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До новых встреч!